Всем огромный привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня я нахожусь в магазине низких цен «Победа». Адрес смотрите в описании под этим видео. В этом магазине очень много интересных и полезных товаров, о которых вы узнаете в этом ролике. Ну а мне захотелось сравнить ассортимент и цены с магазином «Светофор». Очень уж интересно. Поэтому видео будет очень интересным, смотрите его до конца. Желаю вам всем приятного просмотра. Здесь в продаже есть теплые женские колготки Росита 360 Ден с плоскими швами и комфортной резинкой. В составе акрил 75%, полиэстер 15% и эластан 10%. Размеры есть в ассортименте. Производитель Россия. Цена 189. А еще есть капроновые колготки плотностью 20 Ден в наличии два цвета, телесные и черные. Цена 79. А еще в «Победе» есть аккумуляторные бритвы, называется Galaxy. Время непрерывной работы 45 минут, встроенный триммер для подравнивания висков, усов и бороды. Идеальное бритье с независимыми подвижными лезвиями. Производитель Китай, цена 489 рублей. Мужские антибактериальные носки с ароматизированными компонентами. Размеры с 41 по 46 в упаковке 3 пары, в составе 80% хлопок, 15% полиамид и 5% лайкра. Такая упаковочка. Производство Китай, цена 199 рублей. Большой ассортимент товаров для сада и огорода. Посмотрите, семена здесь от 8 рублей, по 8, по 9 рублей, по 10, по 14. Практически все есть в наличии, то есть все можно приобрести в одном магазине. По 12, по 17, а также есть по 15 рублей и по 13. Здесь уже цветочки. Огурцов тоже очень много в наличии, от 8 рублей и выше. Также здесь есть ящики для рассады, они черного цвета, размером 49 на 20 на 10, цена 39 рублей, производство Россия. Побелка для садовых деревьев в ведерке, масса здесь 1,5 кг, цена 56 рублей. А также есть универсальный грунт, называется Бионик, для всех видов растений, 10 литров в пакете, цена 39 рублей. Экологическое органическое удобрение биогумус для всех видов овощных и ягодных культур, также деревьев, кустарников, цветов и рассады. 10 литров, цена 167,40. В магазине «Победа» также много товаров для кухни и посуды. Смотрите, разделочная доска с ручкой размером 32 на 20 сантиметров. Изготавливаются они в России, Республика Татарстан. В составе полипропилен 46 рублей. И по 62 рубля есть немного побольше размером. Также есть кружки, очень красивые, с маками. Кружка большая для чая. Объем 300 мл. В составе тонкая керамика, производитель Украина. Цена 63,60. Еще один бокальчик покажу вам, здесь уже с фруктами. И есть детские бокальчики, маленькие. Они, кстати, в ассортименте, смотрите, рисунок есть разный. Вот еще с пчелкой. Объем у них 200 мл, также в составе тонкая керамика, цена 50 рублей. И детских еще нашла, бокальчиков тоже здесь очень много, смотрите. Прям на выбор они в огромном количестве. Мишка с учебниками. Это тоже кружка Бриз, объемом 200 мл из тонкой керамики с очень красивыми васильками. Так, в составе тонкая керамика, производитель Украина, цена 50 рублей. А еще здесь в продаже есть вот такие вазы для цветов под срезку. Высота у них 21,7 см, диаметр 21,9 см. В составе полипропилен, изготовитель Республика Башкортостан. Цена 49 рублей. В продаже есть маленькие рюмочки-стопки объемом 50 мл. В составе на 3 кальция силикатное стекло. Изготовитель России, Владимирская область, Гусь, хрустальный. Цена 9 рублей 80 копеек. Также есть большие стаканы высокие, объемом 230 мл, производитель тот же и в составе на 3 кальция силикатное стекло, цена 17,20. Кружка для чая называется «Грация», из на 3 кальция силикатного стекла, объем у нее 250 мл, изготовитель Гусь хрустальный, цена 35 рублей. Ковш эконом со сливом и с ручкой в составе полипропилен. Так. Изготовитель России, Республика Башкортостан. В продаже синего цвета, цена 26,30. А также в продаже есть пластиковые миски. Они с крышкой и с декором. Объем у них 1,7 литра, цена 83,50.
Также в продаже есть еще вот такие кружечки с герметичной крышкой. В составе идет пластмасса, объем 0,6 литра, производитель Москва. Цена 39,90. Очень недорогие здесь наборы посуды из нержавеющей стали. Здесь 6 предметов, 2 кастрюли и ковш с крышками. Цена 1699 рублей, производитель Китай. А еще здесь в ассортименте есть скатерти. Перспектива, они с бейкой, размер 130 на 110 сантиметров, в составе ПВХ и полиэфир. Производитель России, Тверская область, город Тверь. Очень красивая расцветка, цена 131 рубль. А также в продаже есть еще вот такие пластиковые контейнеры. Они с крышкой и с декором. На крышках рисунок есть разный. Объем 1,2 литра, цена 45,40. Еще есть контейнеры круглые с цветной крышкой. Объем здесь 1 литр. Производитель Россия, цена 30 рублей 90 копеек. И подносы. В ассортименте в наличии есть 3 цвета. Размер 39 на 28, цена 62 рубля 90 копеек. Детский крем с витаминами и экстрактом ромашки. Здесь 46 мл, цена 30 рублей 90 копеек. И есть еще детская зубная паста Tutti Frutti, называется «Мое солнышко». Здесь 100 грамм, цена 36,90. Также есть зубная паста Colgate «Доктор Зайд» со вкусом клубники для детей старше 2 лет, цена 61,90. Супер мягкая зубная щетка для детей старше 2 лет «Доктор Зайд» стоит 46,90. Черная спрей-краска для замши и нубука, 225 мл. На крышке имеются специальные щеточки, водоотталкивающий эффект и освежает цвет. Цена 139,90. А еще есть спрей-защита от воды для обуви, для любых материалов, без цвета, защищает от влаги и грязи. На крышечке также имеются щетки, цена 143,30. Дезодорант для обуви против грибка, против бактерий, свежесть обуви надолго. 125 мл, цена 95 рублей. Детский шампунь «Мое солнышко» леденцовая свежесть с пшеничными протеинами, а также депантенолом, гипоаллергенная, без слез, 200 мл. Во флаконе цена 59,90. От этого же производителя есть детское мыло, которое не сушит кожу, с экстрактом ромашки, гипоаллергенное, 300 мл с дозатором, цена 69 рублей. Детский шампунь «Ушастый нянь» с ромашкой стоит 69 рублей 200 мл, а также есть средство для купания «Ушастый нянь» с головы до ножек, 250 мл, цена 79 рублей. А также есть детское туалетное мыло, натуральное, нейтральное. Можно использовать с рождения. В упаковочке здесь 4 кусочка, не содержит красителей и парфюмерных добавок. 4 кусочка по 75 грамм, цена 44,90. И здесь еще много игрушек для детей. Кукла интерактивная, называется Юляша. 33 сантиметра высотой, в костюме Божья коровка, стоит 600 рублей. Также есть для мальчиков, смотрите, фикси-дрель. Играем вместе. Она на батарейках, в наборе 2 биты, цена 419. А еще здесь есть целый набор инструментов, называется грузовичок Лева, для детей старше 3 лет. Здесь очень много предметов, цена 369. А еще в продаже здесь есть детские джемперочки, они в ассортименте, есть как для мальчиков, так и для девочек, по цене 199 рублей и 155 рублей. Особая серия – деликатное крем-мыло, банановый шейк, питает кожу и снабжает ее необходимыми компонентами. 1000 мл, цена 32,90. А это гель для душа «Релакс» серии «Аквапринт». В состав входит персиковое масло, которое богато витаминами и минералами, способствует повышению упругости кожи, с настоящим фруктовым соком. Объем здесь 420 мл, цена 69 рублей. Также в магазине «Победа» есть подарочные наборы для женщин «Аура Бьюти». Здесь крем-гель для душа и крем для рук, цена всего лишь 89 рублей. И еще один подарочный набор – игристый мандарин. Сюда входит крем-гель для душа и жидкое мыло с нежным романтическим ароматом, цена 120 рублей. Увлажняющий гель для душа «Чистая линия» с отваром трав, пион и алоэ. Здесь 250 мл. А цена 69 рублей. Смотрите, какое интересное крем-мыло. Juicy Крем Микс. Здесь 4 кусочка по 90 грамм. И они разноцветные. Первый раз такие вижу. Цена 59 рублей. А еще я здесь увидела вот такое универсальное хозяйственное мыло с активными энзимами для удаления пятен. Здесь 2 кусочка. Цена 33 рубля.
А еще есть мыло туалетное, цветочное от компании Flora. Здесь 100 грамм в кусочке. Цена 10 рублей 70 копеек. Мыло для интимного ухода, хлопок и масло ромашки. Смягчает. Ощущение комфорта, pH сбалансированный. Здесь 500 мл объем. Прозрачный, цена 60 рублей. А еще здесь есть вот такой крем для лица, для сухой чувствительной кожи. Ультраувлажнение с экстрактами бурых водорослей и с протеинами шелка. Цена 43 рубля, 45 мл. Также есть двойной комплексный крем «Эксперт увлажнения для лица. День плюс ночь для всех типов кожи. Рецепты бабушки Агафьи». Здесь 100 мл, цена 90 рублей. Смягчающий крем для ног, 100 рецептов красоты, золотистая тыква и кукурузное масло. Эффект с первого применения, цена 50 рублей. Мужской дезодорант-спрей для тела, свежий спорт на каждый день. Здесь 145 мл объем, парфюмированный дезодорант для мужчин. Так, цена 80 рублей. И есть еще один вариант, тоже дезодорант-спрей, 150 мл, цена 100 рублей. Также есть гель для бритья Аркумен, 2 в 1 для бритья и умывания. Она, кстати, черная. И объем здесь 240 мл, цена 100 рублей. А в наличии есть еще и женский дезодорант для тела, называется «Гармония природы», 145 мл, цена 76 рублей. Для чистки унитаза есть туалетный утенок 5 в 1, цитрусовый, 74 рубля цена. Средство санитарно-гигиеническое с хлором, с отбеливающим эффектом, с антимикробным действием, 750 грамм, цена 53 рубля. А также есть гель для труб с мощной густой формулой для сложных засоров, 750 мл, цена 85. Средство для мытья посуды сорти с бальзамом алоэ вера. Здесь 900 грамм масса, цена 70 рублей. А также есть чистящее средство Биолан сочное яблоко, цена 21,90. Средство для мытья посуды АОС с бальзамом 450 грамм в упаковочке, цена 50 рублей. И чистящее средство Силит Бэнк антиналет, 100% работает против ржавчины и известкового налета с распылителем, цена 100 рублей. Дрель ударная Кёльнер мощностью 600 Вт с ключевым металлическим патроном, есть реверс, регулировка оборота, фиксатор выключателя и глубиномер, цена 1289 рублей. А также есть в продаже еще и дрель шуруповерт аккумуляторная, тоже Кёльнер, напряжение 12 вольт, цена 1399 рублей. А еще от фирмы Кёльнер есть и лобзик электрический мощностью 480 Вт, цена 1199 рублей. И есть набор инструментов, здесь 39 предметов, идет в чехле, тоже Кёльнер, цена 1000 рублей. Гель для стирки цветного белья «Ласка» с эффектом восстановления. Здесь 3 литра объем, цена 365 рублей. Это тоже гель для стирки цветного белья Lost Color, 2,6 литра в объеме, цена 399 рублей. А также есть гель для стирки цветного белья B-Max, объем 2,6 литра, цена 359 рублей. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что обзор вам понравился и был чем-то полезен. Если понравился, обязательно оцените его лайком и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Всем пока!